Творец – он абсолют, и поэтому может выразить себя только в отдаче и в любви. Он создает творение, которому может все отдать и любить. Но проблема в желании, которое возникает в творении. Так как только творение начинает наполнять свое желание насладиться, оно тут же начинает уменьшаться. Так же, как во время еды. Чем больше я вкушаю, тем меньше у меня аппетита. Как сделать Творцу, чтобы наслаждение в творении было бесконечным? Надо сделать, чтобы творение наслаждалось, но наслаждалось бы не самим получаемым наслаждением, а тем, что этим оно услаждает Творца. Как вот, допустим, ребенок кушает просто для себя или кушает ради мамы. Они наслаждают друг друга, и в этом они становятся подобными, объединенными, любящими друг друга.